Здравствуйте всем, кто зашел на мой канал. Сегодня с вами Леонова Людмила, и я хотела бы еще раз с вами познакомиться. На моем канале давно не выходили видео, но в какой-то момент жизни я поняла, что, наверное, это пока что лишнее, и я перестала снимать видео. Занималась я в основном разными видами творчества, все время то одним, то другим. Если я не удалю предыдущее видео, вы увидите, какое у меня было направление буквально года два назад. Вот. Но сейчас я занимаюсь только живописью. Я рисую и акрилом, и маслом иногда, правда, и акварелью. И я как раз хотела бы, чтобы этот канал развился больше в ту сторону, творческую такую, немножечко как влог художника, начинающего, точнее продолжающего. Ну и, собственно говоря, давайте тогда перейдем к цели сегодняшнего видео. Сейчас я в лесу. Это Битцевский лесопарк. Рядышком со мной речка. Лес такой, он лесопарк, но он достаточно заросший. Такие деревья. Очень много здесь гуляющих. И сейчас я просто села немножечко у воды здесь посмотреть. В тишине посидеть и немножечко размыслить и снять вот это видео. Смотрите, я хотела, собственно говоря, рассказать, почему я себя называю начинающим продолжающим художником. Дело в том, что в самом раннем школьном возрасте я занималась в школе искусств разными видами творчества. Это были и танцы, и сольфеджио, и, конечно же, рисование. Потом сдавали экзамены, сдавали какие-то проходные вот эти вот экзаменационные работы. И меня тогда взяли на именно художественное отделение. Я очень хотела заниматься всем сразу, но параллельно и танцы, и художественные я физически не могла тянуть, но мне казалось, что это слишком много. И я выбрала тогда для себя рисование. Очень много занималась в этой изо-студии. Очень мне нравилось дома рисовать. Я рисовала и, если помните, 80-е, 90-е годы. Это бумажные куколки. К ним рисовались платья, вырезались и одевались на этих бумажных куколок. Я создавала прямо коллекции большие. Может быть, думала, что буду когда-нибудь модельером. Вот. Модельером я не стала. Но тяга к рисованию, она для меня шла такой красной чертой через всю мою жизнь. Потому что потом появилось увлечение и принятие того, что я должна заниматься растениями. Агрономическое направление у меня было. И я рисовала проект, я рисовала эскизы, рисовала наброски. Мои тетрадки всегда были с рисунками достаточно хорошего качества. Вот. В институт я в художественное не поступала. У нас в городе его и не было. Только изо-студии со школой. Вот. Но уже в сознательном возрасте я поняла, что я часто рисую под все свои проекты наброски такие. То есть занималась ли я бы скрапбукингом, занималась я какие-то там брошки делала одно время, украшения для себя в стиле бохо. Люблю я всякие необычные вещи ручной работы. Валяю периодически. Вот, в последнее время как бы только сухим валянием, но вот мокрым валянием тоже для себя делала определенные эскизы. Вот, и то есть постоянно у меня было рисование на каком-то втором, третьем, десятом плане. Вот, и спустя очень много лет родилось понимание, что рисование в любом его проявлении для меня очень важно. Очень важно, и я стала опять заниматься живописью.
заниматься зарисовками на более серьезном таком плане. Ой, тут прилетела оса, испугалась. Пыталась меня цапнуть. Представляете? Вот что значит мы на природе. Вот. И хочу сказать, что про рисование для меня вот то, что сейчас вокруг меня, вот это моя стихия растений, цветов, природы, для меня это и есть вдохновение, и сила в этом. И я не знаю, как еще себя пока что выразить вот, ну, словами, да, вот что еще добавить. Но вот через живопись я могу показать то, что мне нравится. А то, что я рисую акварелью, это совершенно немножко не акварельный стиль. Это не легкие какие-то зарисовки с растеканиями. Я акварелью рисую достаточно ярко. Больше, наверное, похоже на акриловую живопись. И я стала себя на этом ловить и поняла, что надо попробовать акрил. И когда я попробовала акрил, я поняла, что это, да, два разных материала, совершенно разных материала, но я такая вся постоянно внезапная, люблю менять что-то с одного на другого, и я поняла, что для меня вот сейчас в рисовании открылась такая веха новая, новый такой этап. То есть, если у меня сегодня есть настроение, я рисую акварелью, то на следующий день я могу резко убрать акварель, и я рисую долго, запойно акриловыми красками. Вот. Маслом я уже говорила, что я рисую, но очень мало. К сожалению, у меня нет так условий хранить долго и просушивать масляные работы. Нет у меня мастерской, пока это в разряде хобби. И, соответственно, маслом я пишу очень редко, хотя мне, в принципе, нравится эффект от того, как ложится краска. Да, это не совсем разные вещи, что акрил. Вот. И нравится то, что получается. Вот. Собственно говоря, то, что я хотела сказать, что вот проходит время, проходит определенное количество лет, и человек иногда понимает, что он занимается не совсем не тем, как некоторые говорят, что я вот занималась всю жизнь не тем. Нет, каждому этапу жизни это своя какая-то тема, свое время. То есть время, когда я занималась растениями, семенами. Для меня это было очень важно. Я отдавалась полностью с головой этому. А творчество для меня было на 5-10 плане. Опять-таки, когда я начала заниматься полностью, переформировав в своем сознании воспитание детей, появились когда-то дети, и я понимаю, что что-то тут не так, и я стала заниматься педагогикой, занималась в частном институте, это вальдорфская педагогика, закончила дистанционно и государственный педагогический институт. И, знаете, этому тоже свое определенное время было, и я очень рада, что оно было в моей жизни. Вот. Но буквально в прошлом году уже пришло понимание, что и эта страничка жизни моя должна перелистнуться. Как бы ни тяжело это было, когда ты в 40 лет понимаешь, что тебе нужно обнулиться, сделать такой апгрейд, как говорят сейчас современным языком, и нужно сделать новый шаг. Не могу сказать, что сжигаю все сзади себя и мосты, но нужно совсем другое. Не совсем удачно склеенные. Прошу прощения, но это мой канал, мои правила и мои навыки. Как вдруг придет понимание, что мне нужно заниматься супермонтажом и накладыванием каких-то спецэффектов или еще что-то, звуковых дорожек, значит, у меня появится другая стадия моего канала, другое видение и другое, как бы, понимание, да, как к этому ко всему относиться.
Вот. Но пока я отношусь к этому, что я записываю так, как вот, какая я есть. Я сейчас здесь, и я с вами. Я с вами сейчас реально, вот в реальном времени, делюсь своими мыслями, своими ощущениями, без каких-либо записей. Просто захотелось именно снять сейчас, вот именно здесь, это видео. И если вернуться к тому сейчас, почему я сделала паузу, был просто телефонный звонок рекламы. Вот, и я понимаю, что без рекламы в нашей жизни никуда, но когда она становится навязчивой, и это немножко выбивает из определенного ритма жизни, да, то есть я сейчас с вами разговариваю, у вас звонит реклама. Это не очень приятно, вот. Но давайте вернемся к нашему теме. Смотрите, я говорила о том, что в 40 лет иногда приходит понимание, что действительно нужно заняться чем-то другим. И начинается другая эпоха, и в моем случае началось такой мыслительный такой процесс, период начался, что мне нужно заниматься творчеством серьезно. Не просто когда оно фоном на 10-м, на 5-м плане. Вот. И очень захотелось, чтобы это было то, чем я действительно хочу прямо сейчас заниматься. И, как выяснилось, рисование для меня просто вышло на первый план. Говорю рисование, потому что я в основном начала с акварели и акварельных карандашей, с графики. Вот. И к живописи в том плане, в каком общем понимании, что люди на холстах, на больших форматах, именно масляными красками. Да, я рисую, но я уже сказала, что если сейчас у меня нет возможности рисовать, и складывать, и сушить это где-то, а потом еще раскладывать холсты уже готовых работ и куда-то это размещать, то рисовать я не могу, не рисовать, точнее, вот. То есть это нужно принять то, что есть и сейчас. А сейчас у меня есть возможность рисовать акварелью, есть возможность рисовать акрилом. И сейчас я, собственно говоря, тоже взяла с собой бумагу, немного взяла красок. Не знаю, получится у меня сейчас порисовать или нет. На пленэр я выходила, я рисовала, но вот сюда конкретно еще ни разу не выходила, чтобы здесь порисовать. Мольберт у меня есть, он сборно-разборный, сегодня я его не брала. Вот, может быть, что-то еще и нарисую, тогда сделаю вкладку, что у меня сегодня еще и получилось. Прикреплю тогда где-нибудь здесь картинку, что я нарисовала. Если вы сейчас картинку не увидели, то значит, я все-таки не смогла здесь порисовать, потому что действительно немножечко отвлекает народ, который ходит мимо. Вот. И иногда это, ну, сбивает такой с творческой волны. Я люблю как-то немножечко отрешенно уходить в процесс. Вот. Ну, будем тренироваться, значит, и при людях рисовать. Вот. Ну, это, собственно говоря, все, что я пока что хотела сказать. Я еще буду снимать видео рассуждения, как это так, в 40 лет начать заново. Вот. Какие-то ощущения, что я предпринимала. Сейчас я небольшой перерыв все-таки попробую сделать на рисование. И если из этой локации будет еще одно видео, значит, у меня все получилось. И попробуем тогда почаще с вами встречаться в лесу, на природе. Это так гармонично, по крайней мере, такое состояние здесь. Вот. Не то, что запись видео, когда из дома. Тут птички поют, речка течет, и очень-очень еще очень запахи, вот гармония такой вот. И действительно, для творческого человека это прямо такое, прямо, не знаю, место силы, вот я бы так сказала. Ладно, всего доброго. Будем на сегодня заканчивать с вами эту запись. Вот. До новых встреч. Пока.